Юноши и девушки приехали из всех районов края, чтобы пройти парадом по главной городской улице Красной. После торжественного шествия отличников, учебы, победителей олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований с окончанием школы лично поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вас в жизни ждет море соблазнов, но и море возможностей. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Вам изначально многое дано. Вы родились, выросли, учились в самом лучшем крае. У вас были самые лучшие наставники и учителя, самые замечательные и заботливые родители. И всегда помните, где бы вы ни учились, кем бы вы в жизни ни стали, вы всегда будете нужны своему краю, а наш край будет всегда нужен вам. И чем профессиональней вы станете, тем сильнее и богаче станет наша Кубань. Друзья, дерзайте, побеждайте. Ваше время пришло. Вас в жизни ждет море соблазнов, но и море возможностей. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Вам изначально многое дано. Вы родились, выросли, учились в самом лучшем крае. У вас были самые лучшие наставники и учителя, самые замечательные и заботливые родители. И всегда помните, где бы вы ни учились, кем бы вы в жизни ни стали, вы всегда будете нужны своему краю, а наш край будет всегда нужен вам. И чем профессиональней вы станете, тем сильнее и богаче станет наша Кубань. Друзья, дерзайте, побеждайте. Ваше время пришло. Хорошей приметой в этот праздничный день считалось сделать селфи с губернатором, поэтому Вениамина Кондратьева выпускники долго не отпускали. Бывшие школьники шутили, что такая фотография – отличное начало взрослой жизни. Ну и, конечно, гвоздем программы стали танцы – от классического вальса до зажигательной сальсы.